На реке Урал стартовал сезон навигации. Он продлится до конца октября. Уже курсируют дачные теплоходы. До Каспия транспортируют катера, выпущенные на заводе «Зенит». Специалисты отмечают, в этом году уровень воды благоприятный. Он составит около 5-6 метров. Но в целом с каждым годом Урал мелеет, что делает судоходство практически невозможным. Поэтому весь сезон на перекатах углубляют дно, убирают упавшие деревья, фрагменты судов. Ежегодно поднимают около 240 тысяч кубометров ила. Добавлю, протяженность судоходного участка в Западной Казахстанской области 623 километра. На очистительные работы в этом году выделено 277 миллионов тенге. Углубительные работы проводятся на перекатах, которые ежегодно требуют разработки. На нашем участке имеется порядка 140 таких перекатов. Ежегодно за навигацию мы проводим работы на 10-12 перекатах. Но очистительные работы проводятся на всем протяжении участка путем удаления затонувших корчей, топляков, фрагментов судов.